Голос этой исполнительницы может вас загипнотизировать и перенести в другие миры. По словам Ситоры, именно так с ней случилось. А проход в полуфинал нашего шоу лишь подтверждает, что Альфия Нигматуллина не зря преодолела тысячи километров ради Central Asia's Got Talent. Я уверена, что Альфия в полуфинале выступит круче. Мурашки. У нее очень красивый голос. Видно по ней, что у нее очень такая большая, мощная база вокальная. Я думаю, что она одна из тех, кто может достойно представить себя в финале. И вот это такой праздник на самом деле. Мне кажется, для каждого участника, который здесь находится, это все равно особая какая-то такая атмосфера здесь. Такое не каждый день случается, поэтому это огромное впечатление производит. Филармония, которая меня отправила, конечно, они ждали меня с победой, с прохождением дальше. Даже никто, честно говоря, не сомневался. Но мама была очень рада. Вроде как я-то, может быть, выступила и поразила. И это как бы все, в принципе, хорошо. Все время какой-то внутри у меня, честно говоря, есть страх, что что-то может пойти не так. В полуфинале я буду исполнять уже не этническую песню, и не свою авторскую, и не на башкирском языке. Я решила показать себя с другой стороны, что я универсальный артист, универсальная певица. Музыка в моей жизни – это способ реализоваться. И это то, ну, наверное, я буду банальной, потому что, наверное, все говорили, что я этим живу, да, это моя жизнь. Но когда я начинаю петь, когда я беру микрофон в руки, это какое-то особенное такое ощущение свободы, абсолютной свободы. Вот нигде я такое не ощущаю. Мне всегда хотелось в Казахстане выступать, петь. И мысли, видимо, так материализуются, поэтому этот проект для меня на самом деле много значит. Ну, как бы я на любой исход настраиваюсь, но все-таки внутри хочется, да, хочется победить. Я желаю тебе впереди столько побед, удачи. Ты у меня талантливая, умная и красавица моя. Побед тебе впереди, только вперед, вперед и вперед. Бью-бью, я тебя бью-бью. Тебя тоже люблю, мой малыш. Альфия уже готова сделать свою заявку на гранд-финал шоу. А мне не терпится снова услышать этот чарующий вокал. На сцене Альфия Нигматуллина из далекого Башкортостана. Cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I look and see your face. You were right there for me. In my dreams I always see your soul. You gave to me.
your love made me make it through. Oh, I owe so much to you. You were right there for me. In my dreams, I always see you soar above the sky. In my heart, I always be a place for you. Вокал. Альфия, расскажите, каково это петь в полуфинале? Вы знаете, было очень волнительно. Вообще-то я хотела представить, что я на концерте, и спеть просто для зрителей, для членов жюри. Мне хотелось просто передать всю любовь и даже вдохновить, может быть, вылечить чьи-то сердца. Альфия, давайте послушаем, что скажет наше жюри. Нурлан? Вот как она... чувствовал эту песню. Дать бы ей крылья, она бы здесь парила, бы здесь. Спасибо вам огромное. Это просто, когда, как у нас говорят, у музыкантов не к чему придраться. Великолепно. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Ситора. Альфия, я вас пью-пью, как ваш сын сказал. Пью-пью. Ну невозможно вас не пипить, боже мой. На прослушивании я вам сказала, что вы подарили совершенно волшебную энергетику, нежность. И мы в какой-то миг просто ушли в добрый мир, в кусочек рая почувствовали. И сегодня это же мы почувствовали. Вы даже дали еще больше. Я просто смотрела на вас, слушала ваше выступление. Дождь – это так красиво. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Я вас тоже очень бью-бью. Бью-бью. Ваше выступление, оно из разряда тех, когда руки тянутся хлопать, аплодировать, кричать «Браво!», но ты боишься нарушить эту магию до самого конца, и в конце зал взрывается овациями. Эти эмоции, которые ты нам подарила на прослушивании, сегодня в полуфинале, мне очень-очень хочется увидеть в гранд-финале. Браво! Большое спасибо вам. Спасибо большое. Хочу большое спасибо сказать всем зрителям за то, что вы меня поддержали. Это для меня очень важно. Для меня было очень важно приехать в Казахстан и выступить для стран Центральной Азии. Это была моя огромная-огромная мечта. Вот я говорю, у меня мурашки по телу. И она сбылась. Благодаря вашему проекту. Спасибо вам большое. Ты тоже талантлив и хочешь стать популярным? Тогда снимай видео в iTube. Набирай популярность и начни зарабатывать. iTube. Все свои. Смотри, снимай.